Эй, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем, короче, с вами, знаете что, продолжим Джеффа Вейна проходить, потому что он у нас завис. Когда я сейчас только успел первую карту пройти, мне пришлось перепроходить его полностью сначала, тренировку и всякую вот эту хрень, и первую миссию, потому что у меня почему-то, когда винда слетела, у меня и квиксейвы слетели, все слетело, короче, пришлось ее перепроходить. Это было ужасно. Потому что очень... Так, а нам надо ехать вон туда. Игрушка-то сложная очень сильно. Я бы сказал, даже да очень. Кого бить? Как здесь там карта? Ага, вот. Подожди. На. Воу-воу-воу, эта тачка так-то не очень-то сильно и модная. Разлетается только так. Но зато она мощная. Так, подожди, где я? Я не пойму на карте, подожди. А, вот это я справа, чувак, и тут сейчас едет, да? Ага. Так, ладно, нам грузовик нужно отыметь. В смысле, защитить. Зеленые точки — это враги. Насколько я понимаю. А он вон там гуляет что-то. Там я его не завалю. Ладно. Поехали за грузовиком. Где он, где он, где он, где он, где он, где он? Привет, здорово, ты тут? Пушку забрали, чтобы доставить к реке. Что? Я забрал пушку? Так, чтобы доставить к реке. Что, не разбил, что ли? Почему? А, его два раза нужно шмалять. Что теперь? Теперь опять тебе нужно это? Ты что, прикалываешься? Опять тебя нужно сопроводить, что ли? А, как это? Это реально сложная игруха, потому что здесь ни одна... Блин, еще эта камера с поворотами. Вот как здесь можно нормально что-то делать? Бабах-бабах! Хорош. Вот эта пушка мощная. Надо ее не бросать. Хотя жизни уже у нее вообще просто нету. Достал? Достал! Ни хрена себе. Мощняк! Мощняк! Там он чувак кого-то кошмарит. Подожди, сейчас разберемся. Ага! Не ожидали тут приехать такую пушку, да? Кто там, блин, еще? Где? Что делать? Пушка на позиции. Какая пушка? Пушка на позиции, хорошо. Для работоспособности фабрики нужно найти рабочих. Где они? Подожди, тут как-то задание еще. Во. Вам нужно найти людей для работы на фабрике. Хорошо, сейчас найдем. Кто на фабрику? Пацаны, кто на фабрику? А то, блин, сидят в интернете и пишут всякие игрушки, играют в игры на ютубе, выкладывают, блин. На фабрику быстро все. Кто тут? А что? А где их искать? Подожди. Слышь, чувак, где фабриканты? А где их искать-то? Чуть никого не вижу. Подожди. Людей на фабрику? А где они? О, о, привет. Ты? Ага, пойдешь, значит. Ты попался первый, значит, пойдешь. Что тут за зеленая точка вот эта? Ты что тут стоишь? Огромный плюс — это то, что здесь нету этого себе дамага. Ты не можешь продамажить себя. Я не пойму, вот точки зеленые, как они... Блин, чувака захерачил, да? Так, второго взял. Сколько надо там? 200 тысяч? Вон еще одного вижу, работягу. Вон еще один, смотри, бегает. А ну-ка, стой. Стой, работяжка. Стой, еще один. 4, 5, и садись. 6. Хорошо, 6 штук взял. Фабрика, где фабрика? Стоп, а фабрика, фабрика, фабрика. А, стоп, я что-то вот тут машинка приезжала сюда. Где фабрика-то? А!
Рабочих нужно для работоспособности фабрики. Чего, сколько? Блин, не видно, прикинь. Так, я 6 привез, да, или сколько там? Чувак, а ну-ка стой, смотри, как не хочет работать на фабрике-то. На заводе не хотят работать. У-лю-лю-лю-лю-лю. Так, еще двоих взял. Хорошо, там было 6, я привез, да? Взял двоих, а ну-ка дайте еще хотя бы пару человек, нет? Вон, смотри, вижу жертву. Опа, еще же вижу жертву. Опа, хорош, так все, везем. Везем на фабрику. Ух ты, блин. Но, думал, за мной так просто гоняться, да? Ага, фабрика работоспособна, что дальше? Фабрике нужны отходы для производства машин, наверное, да? Так, тут что топает этот ублюдок? Где? Отходы можно найти, валяющиеся по улицам поврежденных зданий. Они обозначатся желтым на вашей компа. Нужны отходы для броневика 3. Что там? Кто там жарит кого? Не понял, где вот эта зеленая точка сейчас? Блин, не пойму, где зеленая... А елки-палки, карта. Вот тут? А, ты гуляешь. Слышь? Ты гулюн, блин. У меня тачка мощная. Ага, вот вижу, какашки валяются. Раз. Блин. Здание откуда-то взялось. Прям посреди дороги. Сколько там? 3 надо было, да? Ага, 2. А, вот вижу 3. Есть 3, погнали. Так, тут кто-то движется. Не пойму. Смысла здесь, я так понимаю, их нету убивать, потому что статистики нету. То есть нужно выполнять просто задание. Так, здание фабрики. Время до производства броневика 28 секунд. Окей. Стоп, 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 не тормози. Пожалуйста. А где-то вот тут еще валяется, ага. Соберем пока на всякий случай, пускай будет валяется. Вдруг пригодится еще. Так. Блин, колеса, смотри, какие квадратные. И они еще и не крутятся, елки-палки. Когда ты ездишь. Да как так-то? Да блин, что тебя так колбасит? Ты что, пьяный там? Так, 2 секунды у нас. А, броневик сделан. Окей, на! Военный инженер плывет вниз на барже по тем, что-то там. Убедитесь, что баржа достаточно защищена. Как это баржу? А чем я буду ее защищать-то? Вот этой пушкой, что ли? Вот еще какашки валяются, подожди. Где баржа? Вон красная точка. Красные точки — это наши, а зеленые — это точки, представляете, не наши. Как-то это странно в этой игре. Ладно. О, а что это? Стой, блин! Фу. Ты один там? 3 баржи есть. От кого защищать-то? Блин, ты так стал неудобно. Ага. Стопешка слева. Бам! Бам! Военный Женя был убит. Че, он как раз летел именно на той барже, на как... Сделайте укрепление. Какие? Он как раз ехал на той барже, на которую разбили, серьезно? Ну, это ему не повезло. Ты заедешь, может быть? Заедь! Я не могу заехать! В смысле? Давай, долбись. Так, тихо, тут кто-то есть. Так, хорошо. Какие укрепления нужно сделать? Подожди. В данный момент нет информации. Сделайте укрепление. А с чего укрепление-то делать? Блин, здесь по карте непонятно, где противники стоят. Вроде он стоит здесь, но его тут нет. Какие укрепления нужно сделать? Алло. Вы сделаете укрепление. Из чего? Из папье-маше? Так, ну я вижу, там он мусор валяется. Давай возьмем его. Я думаю, мы будем эту игрушку проходить по одной миссии. Потому что миссии здесь очень долгие. Какие укрепления тебе нужно сделать? Алло, игра. С чем это связано?
Да блин, в смысле? Там же я только что был. Че, рядом еще один появился или что? Бу-бум. Я куда-то прилетел. И что? Блин, что делать? Я застрял уже. Я не знаю, что мне делать. Какие-то укрепления нужно сделать, а какие? Я не понял. Ездию, просто мусор собираю. Какие укрепления тебе надо? Алло! Объясните, я все. Блин, укрепление, 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 укрепление. Какие укрепления? Черт бы тебя побрал. А ну-ка, подожди, может на фабрику заехать? Factory Down написано, блин. Здание фабрики. Время до производства броневика 28 секунд. Хорошо, мне задание основное где взять? Что делать-то? Блин, тут уже пришельцев распоясалось. Смотри, сука, ходит. Где они? Так много, что даже не пойму, где они. Вот это мощная пушка. Реально. Я сейчас не пойму, что мне нужно сделать. Может, сюда? Сканирующая машина обнаружена на юго-восточном. Уничтожь его, пока он завершил задачу. Чего это за штука? Где, 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 где? Не вижу его. А, он уже пошел! Подожди, где-то вот тут. Где ты? Вот ты скотина! Давай, мочи, козла! Блин, что происходит? Сканирование. Сканирование завершено. Бабах, 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 бабах. Яхта. Уничтожена марсианская машина. Херак. Сейчас всех тут нахрен разнесу. Что дальше? Сделайте больше укреплений. Каких укреплений? Ты о чем сейчас? Может быть, они имеют в виду машин больше нас нарожать? Вот, уже две штуки есть, смотри. 30 секунд, ну. Так, а это, слышь, я инженера какого-то провтыкал. Не, или это нормально все? Или это пойдет? Сделайте больше укреплений. А марсианские сосредоточили свои силы на атаке парламента. Где, что, как? Защитите парламент любой ценой. Броневик сделан. Давай, может, на вот эту пушку пересяду. Да блин, что ты, у тебя, ты умеешь тормозить или нет? Тачка. А где парламент-то сам? А, вот так, нифига себе. Так, ну-ка, пушка, что ты тут у нас? Я не достаю. Она дальше не крутится. Вот это парламент, блин. Я его сейчас сам расхерачу, я вам отвечаю. А куда стрелять-то? Так, она далеко стреляет, не пойму, ну-ка. Не достаю, да? Кого-то захерачил, кого-то захерачил. Не достаю до того вон. Я не пойму, я не попадаю, да? А, стоп, он не там стоит, где это самое, да? Мне визуалка хромает.
Короче, вот так будем стрелять. А хотя парламента так-то уже нету, если что. Вы победили их так держать. Серьезно? Где? Кого победил? Но еще, походу, не полностью. Много там вас еще? А, вон еще один. Земмарсиане проиграли. Земмарсиане. Да еще подождите, вроде никак не проиграли. Вроде еще живые. А сколько же вас там будет, пацаны? Сделано, парламент хорошо защищен, и марсиане побеждены. А ничего, что парламент расхреначен просто в хламину, да? Нет? Кто еще тут? Ой-я! Ой-я! Блин, миссия, конечно, классная, но я инженера не спас. Загружаю минуточку. Подожди! А, хотя ладно. Я так думаю, что, знаете что, я сейчас, наверное, буду записывать вот эти вот кода, потому что здесь сохраняться нельзя. Есть только квиксейвы, а квиксейвы, как вы поняли, уже ненадежны. Поэтому я предлагаю сейчас найду... Ага, вот у меня третий уровень. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и... 8. Все, третий уровень у нас готов. Хотя, блин, что-то времени так мало. Наверное, давайте еще одну миссию захреначим. Для приличия. Так, брифинг миссии «Захвати Дувр». У марсианов в Дувре находится плацдарм. Ты должен захватить район и обеспечить прибытие подкрепления морским путем. Захватить район. Ладно, что по технике. Только нужно сохраниться посреди начала миссии. Вот тут. Захвати Дувр. Техника какая у меня? Доки марсиане приближаются к ним и подходят. Доки являются подходы к докам, наверное, скорее всего, являются к их цели. Угу. Когда они уже тут успели? А маяк подкрепления с моря не может прибыть, не работает маяк. Когда они уже тут обустроиться успели? Смотри, сколько пушек у них там, он все стоит. Похоже на силы марсиан невелики, но не надо их недооценивать. Вот какой здоровый. Это матерь. The Martian farm contains 15 captives. They must be destroyed. Наверное, скажи сюда. А отныне это единственная твоя машина. Не дай уничтожить. В смысле? Как, а я как я? Что, она стрелять не умеет. А, она стрелять умеет. Стрелять она умеет. Иди в командный пост за новым приказом. Она-то стрелять умеет. Только, а я так могу? Не могу. Ладно, придется объезжать. Ну, еще говорит, это, слышь, береги машинку, которая самая слабая в этой игре. И это твоя единственная машина. Все. Тебя больше не выдадут. Быстрее поднимай жопу. Или колеса. Я тут, говори. Пошли двух солдат на пушечные позиции. Садитесь. Пушечные позиции, ладно. Я, короче, транспортником сегодня работаю. Да, солдат должен быть запасной путь к на... Чего? Должен быть запасной путь к нашим на побережье, чтобы избежать встречи с марсианами. Защищаем проход. Угу. Так, тут... Оп, стопе. Поезда здесь не... Не понял. Так, а на карте там вон проезд есть. Нет? А, или дорога вот эта вообще. Только стоп, а там же пушки. И как я буду прорываться сейчас? Далеко у меня пулемет стреляет?
О-ля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 . А, далеко. Но это надолго. И так громко. Ни черта не слышу. То есть тихо, спокойно, 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 спокойно. Не-не-не, так не делай. Это скотобаза. У меня уже жизни нету. Ага. Нет! Фу, блин, проблема в том, что нужно нос задирать, чтобы этих тварей бить, которые ходят. Но я уже так-то проиграл, если чё. Ну да. Единственная машина разбита, до того, да, прибыло подкрепление. И что, все равно же миссия провалена. Зачем ты мне даешь пулемет? Хорошо. Плохо, что нужно задирать, нету автонаведения. Оба. Ха-ха. Of the rout of civilization, of the massacre of mankind. The earth belonged to the Martians. Короче, посмотрели заставочку проигравшуюся. В смысле, проигрыша. И сейчас она просто, вот смотри. И сейчас она в менюшку выкинет. Серьезно? То есть ты если проиграл, то все, у вас только ввод пароля и все. Либо вот так. Так, хорошо, давай вот тут. Ладно. Если ты проиграл, у тебя все, только ввод пароля. А если ты в пароль не записал, то до свидания. Потому что на карту памяти записаться нельзя. Ладно, как же мне там сейчас потихоньку их... Как-то нужно вот тот, который гуляет, мне мешает. Те, в принципе, нормально, они стоят, их можно по чуть-чуть вынести. Только это все так громко стреляет, прям на уши дает. Сейчас мы вот так вот приныкаемся за зданием, так тогда классно стал. Сейчас выберем позицию, о! Блин, как же мне этого захерено? Так, этот сейчас пойдет? Потому что этот, который гуляет, он, сука, меня будет бить. Я думаю, мне главное вышки вынести и хотя бы одного вот этого, который стоит. Но неудобно, блин, смотри. Мне нужно в него стрелять и нос поднимать, то есть газовать по чуть-чуть. В ножки ему нельзя стрелять. Я вижу тебя, блин, ублюдок. Отвали! Ни хрена себе, пол хпшки просто ни за что снял. Ты чего, блин? Вообще нормальный. Почему-то в ноги нельзя стрелять. Тихо, 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 спокойно. Почему в ноги нельзя стрелять им?
Именно в пузо надо стрелять. Да убежишь ты его, ну сколько можно-то? Ну блин, сколько в него стрелять-то? Да блин, он ступо за один залп, смотри, выносит мне просто всю хп. За один гребаный залп. Может ты его завалишь? Нет. Нифига себе. Так бы я его, конечно, бил бы полдня, если бы я вот этими тычками бы стрелял в него. А там надо, можно было просто заехать. Ладно. Нифига он мощный. Ни хрена он мощный, реально, я сколько у него уже высадил. Просто пипец. Да раздолби ты его уже! Какой слабый пулемет, просто. Да какой уже заход? Четвертый? Да конечно. Да он бессмертный. Он реально бессмертный. Да не, ну это... А его вообще реально завалить? Не, подожди. Че, прорываться что ли тогда? Тупо прорыв, да? Нужно делать прорыв? Не, не завалю. Походу нельзя убить его. Походу только прорываться, да, скорее всего. Без потери жизни тут никак не обойдешься. То есть не дают тебе возможности. Не, походу не. Не дают возможности разобрать этого чувака. Хоть и хотя бы его, чтобы он не мешал. Ну я попробую, я сейчас попытаюсь, но мне кажется, это бесполезный вариант, а не бессмертный сейчас в данном случае. Ну да, походу, короче, надо загрузиться. Окей, давай, ладно. Ну будем прорываться, что-то. Я пушки вынесу, чтобы мне не так много урона прилетело, а потом будем прорываться. Потому что я вижу тут по-другому никак. Садяйся, братва. Так, сейчас мы пушечки быстренько вынесем. И потом будем займемся этим. Займемся прорывом, скажем так. Так, где этот придурок, который гуляет? Где он? Или он стоит? Не пойму, где он. Ах ты, скотина, идет он. За деревом спрятался. Да ну! Я ж далеко, алло! Успел. Все, прорываемся. Сейчас этот уходит. И мы просто прорывом чисто. Давай. О, скорость, конечно, шикарная. Тихо, тихо, спокойно. О, да, не, ну ты чё? Как, куда тут ехать-то вообще? На горку? Он же не выедет. Чё это? А, блин. Я думал, меня кто-то уже подпихнул. Спокойно, ты где? Куда? Зачем?
Огненовая что-то там установлена. Подожди, а мне вот тут еще как заехать? Где-то? Или можно вот тут проехать? По водичке, ага. А, развернуться. Пушка на побережье установлена и функционирует. Хорошо, сдаем заднюю. Все, разбирайте их, пацаны. Используя огневую точку маяка, ты можешь снять марсиан, блокировавших проход. Да я уже понял. Ага, не это. Вот это. Так, есть минус один. Есть минус два. А того достану. Работник маяка у доков, он может включить езжай к докам и подбери работника маяка. Подожди. У меня есть незавершенный труп. Сыка. Который меня бесил. Езжай туда на своей тачке, да? Ну, погнали. Все, расчистили немножко. Путь, там мама ходит их. Такая здоровая. Это нужно аккуратненько. Езжаем в доки, в доки, в доки. Это сейчас направо. Где направо? Чуть-чуть дальше. Вот тут, да? Да блин, ну карта, ну ты мне показываешь, хрен спросишь, куда? Работник, отвези меня на маяк, чтобы сигнал лодки провести к... Ага. Едю. Давай, давай разгоняйся, тачка. Ты не тормози. А то ты не выедешь. Он аж в машину подталкивает. Так, маяк активирован. Дальше что? Подкрепление должно прибыть морем. Видимо, ухудшается и корабль... видимость ухудшается, ориентируется на море помощи маяка. При помощи маяка. Ну да понятно. Они все так ориентируются. Маяк атакован. Ты должен срочно защитить. Понял? Быстрее переключайся. Собака. В смысле? В смысле? В смысле? О, успел. Это ж трэш какой-то. Так, где еще там летающие были? Маяк удачно защищен. Хорошо, машинку-то не убили. Живая. Маяк сейчас сам расхреначу. Корабль приближается, проводи их безопасности доков. Да блин, подожди, там вон чувак летает. Блин, сбил хрен знает кого. Не того, кого надо. Так, я так понимаю, вот тут он где-то... при. А, вот, хорошо, его нужно защитить. Тить. Где эта летучка? Вот летит собака. Есть, попал. Там еще одна. Только я ее не вижу. Блин. Да блин, как здесь попасть-то? Да как в него попасть-то, алло? Какое тут упреждение нужно делать? Откуда? Ну, конечно же, попробуй тут, блядь, попасть.
как они с такой скоростью летят, и тут упреждение, хрен просышь какое. На 1000 километров вперед нужно рассчитать. Тут вообще нереально пройти за один, ну, сразу. Вот смотри, он сейчас вылетает. Капец какой-то. Просто нереальное упреждение здесь. Мне-то что нужно сделать? Да-да-да. Да он туда не доплывет. Ни хрена там, короче, наперед надо стрелять так-то. Да хрена. Подожди, а там же еще одна есть. Блин, вот тут. Твою-то дивизию. Тут же была еще одна. Какашенька. Это же было проще намного стрелять. Правильно? Это же намного было проще стрелять. Собака. Все, приехала. Бронемашина разгружена. Хорош. Ах ты, собака. Там в него нереально попасть. И че? Доки атакованы. Не вижу. Вижу. Не вижу. Вижу, блин. А чё? Бронемашина. Что мне нужно с ней сделать? Свалить отсюда? Доки атакованы. Ага, тихо, спокойно, тут же тоже есть еще пушки. Сейчас, секунду. Да собаки вы быстрые! Я ж не на мышке! Нифига ты мощный! Смотри, что делает. Какие вы крутасы. Да убей ты его уже, заколебешь. Ой-о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 й
Давай, давай, где там еще? Там что-то идет, да? Подожди, не вижу. Да, идет, 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 идет. Маманька, еще одна. Это ее свекровь. Хорош, так, спокойно. Там что-то еще летало. Вон там. Ага, еще что-то идет. Только далековато. Фух, да это вообще, блин, как эту игрушку вообще можно пройти-то? Так, сражающая машина приближается в посту, тебе приказано перехватить ее и уничтожить. Приближается в командный. Ой, сорян, не заметил. Нифига она быстренькая. Разнесла просто быстро пушку. Прям махом. А что она, ее ж тут не было. Доки теперь в безопасности, да не очень. Дальше. Дальше миссия, задание, быстро. Какое? Ты должен освободить людей людской ферме. На людской ферме, да? Это что, мне туда ехать предлагаете? Я не хочу, там летающие. Мне бы хотя бы... О, приближается лодка с пушками, может и пушечная турель. Летательная машина марсиане возвращается. Хорошо, тогда где, откуда? Откуда плывет наш? Ага, значит тогда вот тут. Встаем. И цинкуем. Цинкуем, откуда летят. Так, блин, подожди, не пере... Это... Здесь попадания очень плохие, потому что ты вроде...
Ты смотри, я... Ну, блин. Я же вроде попадаю. Но я не попадаю. Ты попадаешь, но не попадаешь. Такое бывает. Вот это и все, три штучки было. Все, хорошо, грузовик с пушкой безопасно выгружен. Так, где он? С пушкой? Блях, и чё, зачем он мне нужен? У меня такой уже есть. Так, грузовик с пушкой надо установить на выезже здание у прохода. На выезже... Где? Ты, кто это такой заездил? Где нужно установить? Не понял. Возьми бортовую пушку, чтобы выжечь здание у прохода. Бортовая пушка? Что за бортовая пушка? Вот эту штуку взять, что ли? Здание у прохода? А что это красное, подожди? Что это красное? Так, а может быть я их просто издали расхерачу, нет? Потихой. Что? Выжечь? Что оно, что значит выжечь? Ладно. Воу-в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 оу! Нифига, что это было? Это вы, типа, с помощью вот этой херни выжечь? Чтобы она вот тут подожгла дом? Ну, давай. Она может вот так выстрелить? Да, блин, заедь куда-нибудь. Хрена себе. Штукенция там у них. Блин, она стреляет еще постоянно. Нифига себе. Круто. Так, я до нее не достаю. Разбил! Хорош. Так, а как теперь ходячих вот этих мертвецов валить? Я ж туда не достреливаю тоже, да? Ну да. Даже не цепля... Привет, мелкий. Даже не... Я не понял, какое у меня сейчас задание. Как это... Возьми бортовую пушку, чтобы выжечь здание у прохода. Ладно, давай этого спрячем. Сейчас возьмем бортовую пушку. Я так понимаю, это... Подожди, как переключиться-то? Как переключиться нормально? О! А, там... Какой-то чувак сидит в машине. Я понял. Еду. Ну-ка, покажи. Класс. Пушка на позиции. Используй ее для защиты. Не дай марсианам прорваться. Уеба! Быстрее на нее как-то. Да, конечно, я пока переключусь, уже ее разберут сейчас. Так, летающие смотрим. Летающие оттуда. Да куда ты? Нет! Зачем? Зачем? Блин, да быстрее туда же! Нажать же, блин, ЖГ же! Да фу, сука! А, да долбоящер ты гребаный! Да тут пока переключишься, тебя 300 тысяч раз уже развалят. Пока переключишься на нужную тебе тачку. Так, а все. Называется до свидания. У меня не о чем стрелять. Блин, игрушка немножко тупая в плане того, что если тебе выбили все, ты все уже не сможешь продолжить. А так-то ты ни хера себе недалеко стреляешь, чувак, блин.
сука! Если тебя вывели, все, ты уже никто тут. По факту, зря я, короче, начал эту миссию. Блять, еще пока переключишься, когда 10 тысяч у тебя всякой херни, попробуй переключиться на нужную тебя быстро. Никак. Просто дичь какая-то. Реально. Просто реально дичевина. Фу, кошмар какой-то. Блин, там еще кто-то пришел. Бронемашина разгружена. Да ёб вашу дивизию, хватит летать! Упыряки грёбаные! Машина разгружена, хорошо, какая? Бронемашина, ну блин. А мне нужна не бронемашина, мне нужен этот. Как его называют? То, что жгёт. Жжёт. А, этого уже разобрали, что ли? Короче, ставим вот эту вот здесь, будет хотя бы отстреливаться. Но мне нужен этот. Мне нужен, короче, тот, который ставит пушки. Тот, который пушки ставит, нужен. Машина ПВО разгружена. Вот, вот этот мне нужен, чувак. Да как на такой скорости, с таким управлением, как можно выбить чувака? Летящего хрен знает куда. Так, машина ПВО. Где машина ПВО? Вот машина ПВО. А, в смысле ПВО? Так это же не ПВО. Это же не ПВО. Какого хера ПВО? Это же не ПВО. Или ПВО? Так, бронемашина разгружена. Хорошо, поехали валить. Что делать? Пацаны, нельзя мне ядерное оружие давать. Отвечаю. Пиздец всем! Блин, тут опять эта херь. А тут мост так-то. Разрушен. Чё тут, кто тут гуляет? Так, хорошо, ты истощил оборону марсиан, теперь дорогу к ферме марсиан. Где? Вот сюда? Ух, хорошо, что здесь friendly fire нету. Я бы уже себя расхреначил бы 70 тысяч раз. Вот дорога ферма марсиане, где? Тебе понадобится получить временный мост. Командный пост там тебе дадут детали по захвату моста. Что? Перевод шикарный. Там... Тихо-тихо. Куда это мне... А, в штаб. Да блин, машинка, давай езжай уже. Время, ты видишь сколько? Или не видишь? Запустил, блин, вторую миссию. Думаю, о, то времени, блин, много у меня, ага. А вторая миссия-то дебилистичная оказалась. То есть третья. Да что ты, управление? Мы послали за мостом, его привезут на поезд. Видите, что поезд безопасно прибыл к докам. Поезд? Стоп, поезд, 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 поезд вот тут только что. Опа, она там что-то кто-то разбирается с кем-то. Поезд вот здесь. Ну давай, поехали. Где поезд? Я на позиции. Только у меня машинка не хочет ехать. Вот поезд. Едет, давай. Чух-чух. Чух-чух. А, блин, как ты медленно едешь еще.
Так, сейчас будем ПВОшкой работать, походу. Да блин, заедь ты. Ой, какой он маленький. Марсиане атакуют поезд. Где? А, блин, они низко, собака. Летят. Да... Я просто не понимаю, как можно его защитить, если просто нереально. Ты пока наведешься с таким управлением на противника, просто его 500 тысяч раз разберут, этот поезд. Невозможно, просто невозможно. Нет, реально невозможно это сделать. Это нужно заранее знать, откуда сейчас они будут вылетать, и просто тупо уже изначально стрелять. Потому что когда они уже вылетели, все, ты уже не успеешь ничего сделать. Еще и машинка, блин, не хочет наверх заезжать. Вот, смотри. Вот. Я его сам разбил. Он, кстати, Friendly Fire не любит. Офигенно. Расклад четкий. Спасибо. Спасибо. Я могу еще и сам свой поезд расхреначить. Давай еще один. Ну ладно, давай буду вот так стрелять. Он проедет, типа они вот тут летят. Это, конечно, да, немножко бредово. Но, да ладно, а что сделаешь? Что сделаешь? Так оно и есть. Давай, где в этом? Спереди. А, это тот летает еще. Которого я не завалил. Не попал. Хе, попал. Так, есть, хорош, есть. Я понял, куда его вести. Знаю, видел. Пацаны, вы можете со мной поехать, просто чтобы я вас не таскал раз за разом, а по одному? Чего их нельзя подцепить за собой просто? А вот эту штуку я не достану, да? Ну да, не достану. Чувак, я уже далеко! Ни хера себе, а что за прикол? Прикольно, за полкарты чувак меня увалил. Ой, блин, там опять эта хрень идет. Так, а стоп, она там просто гуляет или она через мост перейдет прям? Давайте немножко вот эту поближе под... Блин, они пока переключатся реально, вот эти штуки. Они уже меня разберут 70 раз. Блин, разобрали эту тачку. Классную. Это плохо. Ямаха, еще одна! Как это так? А много их там будет еще? Куда ты пошел? А что, туда можно поехать? В смысле? А... А он умер или нет? Он в текстурке решил уйти. Да как же ты далеко видишь-то? В смысле? Чё такие у вас длинные глаза? Фуф. Он очень далеко видит. Бля, они там сквозь текстуры, смотри, валятся. Это просто жесть какая-то. Тот видит за километр, тот за два. У меня одна тачка осталась так-то, если что. Так, сейчас надо как-то к вот этим подойти поближе. А я смогу вот так, например?
стрелять. Не смогу, а он сможет. Скотина. Ладно, давай, го-го-го. Давай быстрее, едь, точка, что ты как говно? Где ты, упырь? Ага. Еще вам тут устрою, блин. Стой, блядь. Стой, скотина, сказал. Кто еще? Тихо-тихо, это нехорошо. Вот так нормально. Я сейчас вам тут наведу порядок. Ты куда? Блин, а их тут миллиард. Короче, они... Что нужно сделать? Я по крови катаюсь. Что нужно сделать-то? Что это такое? Стоп, не так я сделал, правильно? Блин, они сквозь текстуры ходят. Так, пока что нужно сначала выбить этих, а потом уже освобождать. А потом уже освобождать. Где еще один? Где-то еще один был, вон он. Падаль. Что это такое за крабики? Какие-то крабики. Так, как он ходит? В смысле? Так у меня жизни-то были. Алло. А у меня все, у меня нечем атаковать. Класс. А, есть, еще одну привезли. Спасибо. Спасибо, я надеюсь, ее хватит. Блин, вот эта миссия, конечно, немножко неадекватная. Как ее можно пройти, чтобы без потерь? Вообще, ну нужно знать просто, что, где, откуда, а потом уже без потерь. Так, там один ублюдок гуляет. Вот он. Все, можно освобождать. Или еще один там гуляет, подожди. Где? А, у, в смысле? А это как так сейчас? Я не понял, они бесконечные или что? Да едь к нему вперед! Собака. Что, прилетело, да? Тихо-тихо, спокойно. Да ты разобьешь его, нет? Очисть район, а ты выполнил все задания миссии. Спасибо. Спасибо. Ты выполнил все задания миссии, завершена. Да, кошмар какой-то. Третья миссия просто тоже уж ужасная. Вообще просто. Ну, тут нужно ее пройти первый раз, а потом второй раз играть. Потому что... Потому что пройти с первого раза, чтобы без потерь, это ну нереально просто. Так, если не знаешь, ты что делать, и откуда кто будет атаковать, то есть уже нужно заранее знать, что там тут придет, сейчас пушку на ту надо сесть, там тут прилетит, там пушка на ту надо сесть. А если ты первый раз проходишь, ты пока раздуплишься, они уже разберут все просто и подотрутся, наверное, я не знаю. Все, короче, давай сейчас нажму вот так. Брифинг миссии следующий. Защити Оксфорд от вторжения. Оксфорд атакован, силы марсиан начали сооружать базы в этом районе. Твоя задача отразить атаку и помочь построить временную базу.
Сохранимся сейчас вот здесь, прямо на начале. И завершим на этом серию. Целый час! Собака. Все, Оксфорд, отторжение. Давай я нажму вот так и скажу, что всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии «Войны миров». Джефф Вейн, я, наверное, не говорил вначале, но я забыл. И все, всем пока.